20 минут, грубо говоря, из метро, как вышли на улице, и уже утка изнасиловала утку, и парень девушке сделал предложение. Ох уж этот день Святого Валентина. Всем привет и добро пожаловать в очередной влог. Всем привет из Мадрида. Кто смотрел в прошлом году мои влоги о моей европейской поездке, должны узнать это место. Я дома у Мигеля. Вот мы наконец-то все и встретились здесь, в Мадриде. Он уже уехал на работу. Марси пошла до магазина. Дом – это то место, где у тебя подключается Wi-Fi автоматически. Влог человека, у которого даже как бы дом в Мадриде есть. На самом деле, это мы немножко не в Мадриде, мы в Алькорконе. Это 30 минут на метро от центра Мадрида. Поэтому влог человека, у которого есть почти дом в почти Мадриде. И давайте начинать. Мы приехали, в Ретиро. Это парк главный, о котором я уже говорила, если вы смотрели мои видео в том году. В этот раз немножко похолоднее, сейчас 11 градусов. Тут какие-то гусиные забеги. Кяшин. Что? Ой-ой-ой-ой-ой. Он ее трохерил. Но, первое, что тут гуси занимаются сексом. Круто, или это сунганцы? И что, да игуаль. Ого, господи, это изнасилование. Рейп. Рейп. Ай, болида, какой рор, да? Какой травматико. О, господи, утку насилуют лебедя. Болида, какой сексуальный. Это очень фео. Какой инкомфортабле. Ай, болида, мирея, не морди на кабеса. У меня руки трясутся, я всю свою молодость, все школьные годы финальные смотрела видео про предложение, и чувак под мэрами девушки сделал предложение только что. Она была на конкурсах, и я думала просто участвовать, а потом я услышала, что заиграла эта песня, и прибежала обратно, и вот. Ну, неплохое развитие. Только вышли 20 минут, грубо говоря, из метро, как вышли на улице. И уже утка изнасиловала утку, и парень девушке сделал предложение. Ох уж этот день Святого Валентина. День Святого Валентина. Día de San Valentín. День Святого Валентина. Амор. Любовь. 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 Фе-фе. Любовь. Пришли в дворец Палацио де Кристаль. И здесь новая выставка. Ninja Mash Hip Hop del Mundo. Muy sexy. Ahí está. Марс делает фотографии всего, что движется и не движется. Новое слово вам еще во влоге. Gratis или gratuito. Это бесплатно. 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 Я очень хочу салат, цезарь. Я хочу курочку, я хочу овощи, я хочу есть. Марси, как обычно, не хочет. Поэтому... Но ты не шамбре. Ну, но. Я си. Ой, vamos a comer еще. Си! Ай, русалёка. Мы пришли в мексиканское кафе, будет такос поесть. Здесь прям атмосфера такая, максимально мексиканская. Максимально. Тики-тако. Здесь это около Гран-Би. Я взяла харитос. И потом мы пойдем в библиотеку работать, отдыхать и ждать Мигеля. Ах, смотрите, какая красотища. Огромная-огромная площадь. И это вход в библиотеку. Библиотека абсолютно бесплатная. Вам даже не нужно здесь регистрироваться. Только потом, чтобы получить Wi-Fi. Возьмите с собой какой-либо международный документ, загранпаспорт, например. Можете находиться в библиотеке бесплатно, сколько хотите. Там есть все для подзарядки. Поработать немножечко и просто немножко отдохнуть, потому что мы не можем прийти домой, пока там нет Мигеля, а у нас еще много времени до того, как он вернется. Ну что, почувствовали себя студентами? Estás en estudiante mood? Está en mood para dormir, sí. Nos traigo спать. ¿Cuántas horas pasábamos? Dos? Мы были 2 или 2,5 часа в библиотеке. Уже был закат, когда мы шли, а сейчас уже стемнело. Мы пошли поищем кафетерию какую-нибудь, чтобы выпить кафе, съесть какую-нибудь булочку и пойдем в Primark делать шопинг. Это назад, пора трэш. I want sex. Настроение какое-то.
Это замужняя. Жена. Замужняя. Ой. Es que me da ganas hacer un casamiento así ahora mismo. Я не знаю, у меня такая веселость напала. Hello. Hello. Привет. Всем доброе утро. Сейчас вот такое солнышко. Времени 2:40. Мы выехали из дома буквально 5 минут назад, сейчас на заправке. Мы сегодня едем в Сеговию. Сеговия у Мигеля выходной. Поэтому он нас сегодня взял в такое путешествие, показать город, который находится рядом, исторический. В том году, если вы смотрели, мы ездили в Толедо, и в этом году мы едем в Сеговию. Для тех, кто любит машины, вот такой вот вам экстаз от Хонды. И Марси. Hi. Get the brush. I'm tired. Meninas, Марси siempre está. Тьфу, Марси всегда уставшая, да? No, no siempre. No siempre? No siempre. Не всегда. Новое слово вам в день. Approve char – это по максимуму использовать момент. Approve char – la situación, то есть по максимуму выжать максимум из ситуации. We've been talking for an hour. We just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't. Марси хочет сделать фото, а ей не дают. Итак, в чем вообще особенность этого города? В чем красота Сеговии? Гидросистема, в общем, как здесь работает? Простите меня, люди, которые занимаются водой, что я называю это абсолютно неправильно. Видите вот эти огромнейшие колонны? Там наверху собиралась вода, и она доставлялась прямо в самый замок. Аши кванту? Кванту саньос тьена, если в конструкцион? Больше 2000 лет. Парэйше парэ... Кому? Парэ де Ватикано? Но? Но Ватикано, Колисео, как дигу. А, это же. Колисео. Колисео.